И в продолжении темы. В Челябинске двое грабителей напали на продуктовый магазин прямо в разгар рабочего дня. В Златоусте двое мужчин решили обчистить супермаркет. Челябинск, Тракторозаводский район. В магазин врываются два грабителя. На лицах маски. Продавец не сразу замечает налетчиков. Перепрыгнув через прилавок, мужчина начинает скидывать с полок алкоголь. Работник торговой точки пытается дать им отпор, но тут один из них начинает угрожать пилой. Злоумышленникам все же удалось украсть товар и скрыться. По предварительной информации, их задержали. Не менее дерзкое ограбление в Златоусте. Все происходящее снова попало на видео. По данным полицейских, двое парней разбили дверь супермаркета, забрались туда и начали грабить. Брали все подряд. Первым делом побежали к витрине с колбасой, затем к стеллажам с алкоголем. Все награбленное воры унесли, но недалеко. Их задержали, ущерб составил порядка 30 тысяч рублей. А это снова Челябинск. Супружескую пару задержали на улице Шаумяна за попытку кражи из супермаркета на крупную сумму. Выяснилось, задержанные приехали в торговую точку на такси. Около полутора часов челябинцы катались по городу и предварительно воровали продукты из магазинов. Сам таксист не подозревал, что перевозит воришек с краденным товаром. В деталях этой истории предстоит разобраться полицейским.